В одном списке с президентом и патриархом председатель областной общественной организации «Колыбель» Елена Язева удостоена международной награды. Премию фонда Андрея Первозванного «Вера и верность» женщине вручили в государственном Кремлевском дворце. В этом году обладателями премии стали 9 человек. В их числе политики, артисты, ученые, общественные деятели. Традиционно награду получают за заслуги перед Отечеством. Елену Язеву отметили за огромный вклад в дело защиты материнства и детства. Напомним, 13 лет назад Елена Язева открыла в нашем городе центр «Колыбель». За время работы организация помогла 4000 женщин. Модель Ивановской «Колыбели», она стала такой базовой моделью для других центров защиты материнства. Поэтому, да, слава богу, что наша работа имеет продолжение в других регионах. Когда твою, так сказать, работу замечают на столь высоком уровне, начинаешь думать, что все-таки мы нужны, мы востребованы, мы должны работать.